Так, я всех приветствую на канале Акрода Лайф. Мы продолжаем обсуждение игры Two World. Так, давайте мы продолжим. За нами там погоня. Я даже не знаю, что делать. Мне кажется, нужно сваливать вообще отсюда. Потому что мы не завалим этих волков нежить. Так. Ох ты, блин, еще гризли или кто это? О-о-о! Смотрите, гризли, кстати, друг с другом там сражаются. Смотри. Я натравил гризли на них. Прикольно. Ой, гризли наносит хороший урон, кстати. Ой, призрак. Тут, кстати, есть, как видите. А, блин! Вот мара райсот, а. Ну, призрак это можно завалить. Так, давайте сохранимся здесь. Оп. Все, призрака я завалил. Так, давайте здесь отхилимся. Ману восстановим. Блин, да уйдите вы, волки, а. Это лучше как бы грохнуть вообще. Было бы офигенно. Да свалите вы, волки, а. Достали уже. Да елки моталки. А, блин. Ужас какой. Вас, блин, разоружили. Где меня разоружили? В каком месте-то я что-то не понял. Где меня успели разоружить? Как эту игру проходить вообще, я не знаю. Это жесть какая-то. Вылетят от меня волки сраные, а? Волк нежить. О, кстати, я могу волка нежить завалить оказывается палкой. Сейчас мы его завалим. Отвали, говнюк. Блин. О, повезло. Что, я завалил, да? Отлично. Кто следующий хочет отведать? Ну, ай, блин, все, отведали. Отведал я. Так, ладно, тут хоть как в готике нету такого, что вообще жесть, да? Типа восстановление здоровья при загрузке. Так, я, наверное, как-то здесь побегаю. О, иди сюда, падла. Что ты там встал-то? Что это такое? Блин! Ё-моё. Да уйдите вы. Уродцы. Да куда он пропал? Да что за прикол у вас тут вечно? О, чё, медведя убили? Ёлки мотал. Когда не успели? Прикол. Э, стой! Бери стоять, я сказал. Interesting company. Interesting company. Interesting Company. Interesting Company, блин. Главное, вы меня не ударьте своим говном. Не трогайте меня, падла. А, я не могу зарядить. Ух ты, блин. Я сейчас так загашу. Так, я надеюсь, там скелеты пока что стоят, не идут вместе с волками. Зомба! Зомби! Зомба! А, офигеть, их уже четверо. Нормально. Зомба! Зомба! Ох, блин. А, зомби, 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 зомби. 8 опыта дают за каждого. Это довольно-таки неплохо. За призрака не знаю, сколько. Что, может, левел поднимет? Кто знает. Ну что ты не помираешь-то? Блин, только не подходите, пожалуйста, остальные, а? Ладно. Можно вас палкой грохнуть, а? На тебе. Юдай.
Макарка. Тэмэ. Мака. Ух ты, блин. Спасибо, зомби. Ну чё вы помирать собираетесь, не? Это бессмертный, блин. Да ёлки зелёные. Там моя лошадь, кстати, он спряталась. Чё? Чё вы? Ума сошли, что ли? Ребята. Ну давайте уже, сдохните. Зомби. Камбэ. Три. Не мрут вообще. Давай уже. Вон, конец. Неужто? Вот это сила. Мертвечин, да, мы собираем? Сейчас мы откинемся. Чё, кто-то там еще будет нам ждать или нет? Я не знаю, тут как-то срабатывает, не срабатывает. Тут мы ничего взять не можем, увы. Я бы, знаете что, я бы портанулся, наверное. Куда-нибудь. Да продал бы весь хлам. Да пошел бы выполнять нормально задание уже. Что у нас-то, кстати? Ой, да нам опыта много еще надо. Жесткая, да, игруха. Так, ладно, давайте сохранимся и попробуем добить этих уродцев. Чего вы там, скелетоны? Я с вами еще не закончил, подходите. Let's have a look. Ой, какой-то порчу взял. Порча. Что скелеты? V-Power. I'm V-Power. Ой, тут, кстати, сундучок есть. Мы этого сначала завалим. Скелетона. Фрея. Вот, а теперь вами займемся. Уроды. Гребаные. Ух ты, блин. Блин, да... Нифига себе у них дамаг. Я сохранился. Ах ты. Не, вот у этого слабое, вот. Вот это вообще мощно бьет. Уродец. Ты как помните, ай, блин, был. Помните, был там разбойник. Вот то же самое. Чё там у меня мана не восстанавливается? Шатка. Походу Мишка завалил этих. Собак. Волков, в смысле. Нежить. Волков нежить. Да на тебе, падла, блин, говнюк. Дай мне просто. Так, у меня такой же, кстати. Блин, тут посох разрушителя. Спиной мозг. Так, ну давай спиной мозг хотя бы возьму. Тут а чё? Лук. Лук, вот, кстати, лук, лук. А это чё? Кольчужные башмаки, земля. Класс первый. И они, кстати, лучше. Заметьте. Так, а как бы мне поменять-то? Блин, я хочу взять как-нибудь. Как мне взять-то? Давайте булаву выкинем. Давай мне сапоги. Они хорошие. Сапоги земля. Я тоже надеюсь, сапоги земля, не? Так, какой-то щит. Ну ладно. Так, здесь у нас сундучок. Две отмычки. И мы, наверное, не откроем, да? Попробуем загрузиться. Ничего страшного. Да. Я же сохранился.
Locked. Да, блин. Давай еще разок. Вообще не проблема, я думаю. It's locked. Отличный замок, можно сказать. Давайте посмотрим, сколько у нас умений. Умений открытия замка. Так, где у нас это вообще взлом? Отличный замок, например. А, 5%. Ну, конечно. Еще бы я его открыл как. Не, ну в принципе можно еще попробовать. 5%. Closed. Вполне вероятно, как бы. Давайте еще раза три. Попробуем. Вдруг откроем. Locked. Нет. Locked. It's locked. Блин, а? Давайте последний раз. Просто интересно, вдруг... Won't open. Ну ладно, не хочешь, как хочешь. Зря мы, наверное, сюда полезли, в этот склеп. Рано как. Рано. Это что такое, гриб какой-то? Так. Ну что ты, лошадка, давай, погнали, поскакали. Вон там вроде что-то есть, телепорт, небось. Вот это вот, видишь, вон там вот. Похоже на телепорт. What do we have here? А, блин. Ибия. Так, мы портанемся. Ой. Портанемся к городу ближе. Вот к этому. Там чувачок стоит у нас, да? Вот. Вот этот вот. Еще вот этот. Welcome to my shop. How can I help you? Вот ему можно сбагривать все. Весь хлам. О, кстати, нифига себе. Огненное кольцо. Стена огня. Огненная стрела. Так, давайте продаем это. 66. Кожаный. Размножитель какой-то. Я думал, размножитель. Ну, все продаем. Так, класс 2, кстати. Он не очень. Так, здесь у нас что? Ужин. Вроде как ужин. Так. Желтокорень какой-то. Мясо. Есть отравленная бомба. Азурит. Это что такое? Мозг. О, кстати, силу воли повышает. Хочу вам сказать. Можно, конечно, попробовать что-нибудь скрафтить. Так, волшебный щит создает барьер, который конвертирует ману в хиты. Повышает эффект одного из атакующих заклинаний. Концентрация. Стена огня. Создает между вами и противником пылающую стену. Земля. Давайте попробуем. Ну-ка. Посмотрим, как будет работать. Можем еще, кстати, хлама там собрать всякого. Волшебный щит, так, концентрация. А, ну, в принципе, все то же самое, да? Огненная стрела, стена огня. Давайте еще стену огня возьмем. Ой, нет. Ты чё? Не, блин. Ну-ка, попробуем. Я даже не знаю, что лучше.
Даже не знаю, что лучше. Так, это исцеление берем сюда. А сюда тогда вот эту. 35 маны. Тогда уж кольцо, наверное, не знаю. Так, а что у тебя еще есть, чувак? Ледяная стрела. Давай вон еще огненную стрелу улучшим до 3. И сохранимся. Погнали. Вернемся туда. Куда мы пришли. Мудочка шикарная, кстати, сейчас играет. Так. Пробуем собрать сейчас мод или продать. Где громы тут молодые были? М? Где громы? Да, гром, здорово! Что, будете помирать, нет? Вот и все. Ну вот и все. Теперь мы валим грязных громов. И это было не... Блин, нелегко. Не, ну магия, в принципе, ничего такая. Можно бегать, он юзать тупо. Все, они, видите, помирают. Кендавара. Мистер Кендавара. Знаете, гром грязный. И ты сейчас тоже получишь, уродец. Магом быть не так уж и плохо, оказывается, когда магия есть. Круто. Так, а меня сейчас убьют еще. Let's see. Так, все, собираем. Блин! Вот это прикол. Вот это прикол. Вот этого я не ожидал. Нежданчик. Полетел. Саксарали. Сарайли. Давай еще раз попробуем. Только я бы, знаете что, я бы, наверное, тогда... Можно как-нибудь? Так, а можно как-нибудь тут настроить по-другому? Вот эти вот кнопки, где 1, 2, 3, 4. Отдать команду 8 есть. И, типа есть, да, вот это вот 8. Да блин, нет. А тут у меня ничего, а так. Будешь мы теперь раз, так. Так, это у нас атака, все правильно. Так. О, все. Погнали. Валить грязных громов. Так. Надо улучшить это заклинание, как бы. Будет вообще шикарненько. Ну что, подходите. Люли буду раздавать. Люли-то поли. Где они тут были-то? Вот куда вы, блин, сваливаете вечно? Бенда. Бендавары какие-то, а? Видите, я даже без пост побегаю просто. Просто их вон. Разношу! Туизи. Фибия. Все? А где стрелки? Куда они пропали? Большой шипастый посох. Слабее будет. Let's have a look. Да я все заберу. Надо силу подкачивать тоже, чтобы... Лутецкий собирать. А так магия шикарная. Так, где мой верный конь? Ладно, сиди тут. Я в склеп сгоняю за шмотками. Быстренько. Без тебя, лошадка. Самое главное не забыть, где оставляем лошадь. Лучше у портала всегда держать. Так, слышите, кто тут базарится на нас? Так. Щит.
Ну и тут еще валяется всякий лутецкий. Что, есть еще что-нибудь? Где-то ж было. О, мясцо. Так, вкусное мясцо. Так, у тебя был посох. У тебя что-то было. И все. Пока что. Пока что мы отсюда сваливаем. Заработаем голды. Так что игра оказывается не такая уж прямо сложная. Самое главное это найти магию. Чтобы найти магию, нужно вот у этого мага все время лутать там. Проверять все. Так, где у нас там? Вот это деревня Комарин. Комариная деревня. Так. Ты-то тут стой. Все. Что тебе нужно? Эти 20 минут уже потратили. Мне нужно... Ух ты, ё-моё. Бонус к мане. Так-то тоже ничего. Росток порчи, видите, у меня есть какой-то. Я не знаю, зачем он еще. А если вот так сделать? Топ 34. Вот. Ну, в принципе... Посох разрушителя. Дубинка. Мясо восстанавливает ХП. Да не надо нам это восстанавливать ХП. Я хотел что-то сделать, какое-то зелье, наверное. Ловушечку-то мы оставим. Так. Чуть ману 150. Ржавые доспехи. Так, а здесь еще молния. Обыкновенная волшебная молния. И, кстати, есть еще одно огненное кольцо. Но, увы, у нас денег нет. На это кольцо. Бонус к умению снайпер. Вон электричество. Так, ладно, давайте попробуем зелье сделать из мозга. Потом ставим, так, грибок. Я не знаю, можно вот эту увеличить ману. Ну-ка. Да, блин. А нет, вот смотрите. Увеличить силу, чё? Блин, какую-то хрень я сделал, походу. На одну минуту 48 секунд. Так, не, нет, мне это не нравится. Так, сейчас попробуем еще что-нибудь сделать. Например, давайте два мозга. И вот этот мухомор. И вот это вот. У нас получится. Так, 2 минуты. Тоже хрень какая-то. А если тупо из мозга просто сделать? Взять тупо мозги. 3 штуки. Что будет? О. Увеличить силу воли на 1. Из 3 мозгов. А если... одну сделать. А, нужно больше ингредиентов. 2. А, ну вот. 1, 2. Здесь тут постоянно. Сила воли. Как у нас там? 20. Он выпал или? А, я выбросил, блин.
Как выпивать-то это? На какую кнопку-то выпить? Вот. Нормально. Ману прибавили. Так. Так. Что теперь будем делать? Мозги. Жрать мозги, да? Так. Включить силу. Добавляет урон холодом. Давайте мы наверное сделаем плюс 10. Урон электричества 5. Пусть будет. Ради прикола. Ради прикола. Ладно, давайте куда-нибудь отправимся. Фармить что-нибудь. Разбойников убивать. Не знаю, что-нибудь. Чем-нибудь займемся. Да, лошадка. Я бы какие-нибудь квесты выполнил, но я не знаю, где мне можно выполнить квесты. Есть такие квесты, что, блин, в аренах выполнить что-то. Давайте посмотрим, что у нас тут имеется. Вот у нас есть тут активное задание под землей. Давайте туда отправимся. Пробуем там сделать. Выполнить задание. О, разбойники. Разбойники, это хорошо. Сюда. Так, одинокий путник и без охраны. Гони 1000 золотых или умрешь, живо. Слушай, друг, жить тебе осталось 1 минуту, поторапливайся. Думаешь, ты сможешь напугать меня? Умри, глупец. Ух ты. Так, у меня есть магия-то. Ой, блин. Падала, блин. У вас есть 1 минута, глупцы. Кого не померли. Что, молния может побить, а? Боже. Всех размотал. И ты тоже получишь. Понял? Палку в задницу. Не, уродец. Вот так вот учитесь. Ману, правда, истратил. Ну да ладно. Да, коняшка? Блин, как мне... На какую кнопку можно сразу все собрать и все? Ай, блин, не все собрал. Так, это простые штаны, это кожаные, это укрепленные кожаные. Кольчужный огонь. Блин, ну прикалывайтесь. Так, жало. Жало культиста, я топлено какого-то. Пауберг наемника. Так, а что лучше-то? Я даже не знаю. Вот у меня, кстати, сила, блин. Вот. Земля. Земля колчужная, кстати. Вот. Оп, класс 2. Видите? Серебряные. Серебряные кольчужные перчатки. Так, а тут красные кольчужные перчатки. Красные они вроде лучше, не знаю даже. Голем. Ранний шпингалем какой-то. Он лучше. Будет. А, у меня просто места нет. Ладно. А тогда нам надо, не знаю, кому-то. Ой. Примитивный замок. Ух ты, ё-моё, сколько. Воровские перчаточки. Кольчужные, кстати. Блин. Блин, как не... Они классные, хочу вам сказать. Так, мы тогда, наверное, снова обратно, наверное, сходим, да? Так, лошадка, возвращаемся. Где у нас там телепорт был? Я, конечно, все понимаю, но... Блин, у меня места нет. Мы пойдем в подземелье, как мы там... Собирать будем шмот, а? Нам надо вернуться. Вообще, я бы хотел сделать тот камушек для телепорта, чтобы можно было раз стартануться в любом месте быстро. Было бы удобно. Классно.
И пока что фармить голду. Голдой мы можем все. Да я все понял. Так, что у тебя там, шипы, призвать паука, уничтожение нежити, живую нежить, мертвую, офигеть, это да. Так, рубы, какие-то башмаки, серебряные. О, сапфир, повышать защиту от электричества на 100, прикольно. Штаны, кольчужные, огонь. Не знаю, этот росток порчи, куда его вообще? Добавляет урон ядом? Кстати, хорошая вещь. Мне кажется, самая полезная из всего, что тут есть. Да, еще хлама столько. Силу, ловкость, это выносливость, кровь дракона. 12 золотых. Знаем, продать еще. Ой. А что она не вставляется-то? Включит ловкость на 10. Нафиг он мне. Да, блин, забирай. Отдают, забирай, чувак. Это. Что у тебя еще появилось теперь? На. На. На, я бы вот из этой травы что-нибудь сделал. Просто вот так, раз, раз, раз. Не знаю, что получится. Это. Посмотрим. Блин. 0 минут. Так, ладно, давайте мы еще вот это. Исцеляют все раны. Так, 2-2. Нужно это утопиться. Мозг. Грипп какой-нибудь ставить. Не, я, конечно, понимаю, что я сейчас фигней занимаюсь. Лучше так, конечно, не делать. Но... Ну и мозг скелетов, например. Может, это получится крутое. Кто знает. Стреляет ХП. Да, 2 минуты лечит жизнь силу. И воля на 3. Блин, ну, чувак, купишь у меня эти зелья? Я мастер зелья варенья. Вот тебе новое зелье. И вот еще тебе новое зелье. Стреляются яды, тяжелые раны на 1000, блин. Тут тоже. Ну, короче, валим дальше. Подписываемся на каналчик обязательно. Так. Здесь будет очень интересно. Очень интересно. Так, блин. А вот сюда можно какую-нибудь метку-то поставить и просто... Ну, в принципе, там видно, куда бежать. Видно, молодой гром. О, молодые громы. Ну, давайте мы с вами сейчас пролезем немножко. Омлет хочешь? На тебе омлет. Дай. Ух ты, блин, рот. Да? Да, Буда. Да, Буда. Я бодаю. Я бодаю. Я бодаю. Ой, блин. Так тоже может быть вполне. Омлетик сделали, да? Омлетик. Ой, ё-моё. А я не сохранился даже. Надо перед врагами всегда сохраняться. Видите, тут надо, блин, комбинацию прижимать. Не просто там, а 10, там, еще что-то. Комбинацию целую. Я из-за этого, блин, забываю. И получается вот такая хрень. Получается вот такая вот хрень. Теперь их четверо, да, тут?
Пятеро даже, охренеть. А, я вода. На тебе еще электричеством урон. Включай. Ладно, так. Ёлки зеленые. Ази, азази, радидо. Ух ты! Блин. Амфибия, амфибия, амфибия. Я амфибия. О, тут, кстати, отхил же. Что я это? А, блин, идите в задницу. Уроды, а! Фибия, а? Фибия. О, всё, наконец-то уровень, блин. Вазада. Инджири вазада. Ой, блин, испугал-то. Ух ты! У-ху! Вы что, издеваетесь надо мной, ребята? Вы надо мной издеваетесь? Япа! Япахара. Кендавара. Иди сюда, блин. Так, знаете что, мы прокачаем сначала, наверное, скилл еще немножко. Так, а тут мы прокачаем... Давайте, взлом замка. Стой ты, блин, куда ты пошел? Ой, блин, что это? Как будто подвисает. Ух ты. Ух ты, блин. Идите, амфибии, знаете куда? Амфибии. Так, я пошел хилиться. Не знаю, как вы, чуваки, а я пошел хилиться. А, блин. Ну, нифига, у него мяч какой-то крутой на вид. Магический какой-то типа. Ну чё вы там уже помираете, не? Блин, еще лучник какой-то там. Он разнес всех. Сейчас тебя тоже поймаю. Падлу такую. Оп, косой. Стой! Куда ты побежал? Блин, да ты прикалываешься надо мной. Ух ты. Вэнна! Охренеть, сколько вас тут? Это что за поселение, интересно? Да блин, я сохранился хоть, надеюсь. Ой, еще волки, ё-моё. Друг друга все убивают, блин. Ужасный мир какой-то, блин. Бибия! Бибия. Бибия. Вазада. 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 Вазада, вазада. Да, все, вазада. И тебя тоже сейчас подождем, что там? Да. Чинджири, вазада. Все, вазада. Ой, волчки. Ох ты, блин. Это да, вот это да. Всех подожгли, всех подожгли. Туизи, туизи. Ох ты, блин. Ну сейчас ждем маны. У меня нету маны. Я не хочу пить зелье. Ой. Я зелье пить не хочу. А поджечь ваш хочу. А! Колун. А, блин. А, блин, съел меня, гад такой. Смешной волчок. Ладно. Так, загружаемся. Ну. Ну, жесть, да? Жесть. А! Не трожь меня!
падла такая. Гиена грязная. О, Туизи, наверное. Если это можно назвать Туизи. Так, тут какие-то чуваки валяются. Ну все, соберем. Весь план. Мудочка такая. А? Примитивный замок. Let's try that. Ух ты, мачете какая-то тут. Мачете, реально. Ведь реально мачете. Варварские защитные кожаные перчатки. На вид ничего такие, как бы. Добавилось одно очко умений какой-то. Куда именно? Куда, что ли? Давайте вглубь замка. Не? Давай, мастер огня тогда. Давар. Так, где еще эти трупы валяются, а? А, блин, это разные луки, что ли? Что у вас все разное такое, а? Почему у него ничего нет? Ух ты! Это магия нашлась. Блин. Интересно. У меня тупо места нету в инвентаре. Так, а где у нас там лошадка-то, куда она свалила? А голды-то уже нормально набили. Так, мне интересно, что там за магия. Огненный щит создает барьер, который наносит вашим противникам урон огнем. Прикольно. Так, ищем мою лошадь. Блин, ну мы возвращаемся к этому магу. Ясно, лошадь. Где вот телепорт, да? Это ж телепорт, да? И все. Я не понимаю, зачем я, кстати. Зачем я бегал? Тут же так можно было, блин. Поверху. А, я ж там собирал точно. Так, сохраняемся. Давай еще поболтаем. Что у тебя так появилось? Есть еще один огненный этот усиление. О, вот это, кстати, можно усиление. Усиливает эффект одного из атакующих заклинаний, добавляет урон 210%. Да не, это как бы... Не, это прикольно, с одной стороны. С другой стороны, я думал, можно как-то, не знаю, соединить, что ли. Так. Призвать там кого-то. Кто-то Гронок. Вот. Протил ловко жизненную силу на короткое время. Повышает уровень призыва. Поистине увеличивает там то-то, то-то. Ледяной щит. Благословление снова. Ледяной щит. Меню каменная кожа. Бонус к силе воля. Так, что у меня тут? Посох некромантии, блин. С ядом. Мачету забирай. Топаз. Защиту от огня повышает. Гематин. Гематин. Шарики пищи.
Это что такое? Ты там гоблинов какой-то. Может, квестовая шмотка. Скорее всего. Ладно, немножко голды подсобираем. Сейчас насобираем тут. Эта серия у нас будет немножко такая, типа, прокачка. Прокачка. Тачка на прокачку. Да, лошадка, ну жди тут-то. Сейчас мы еще соберем ламы всякого. Ламы всякого соберем мы тут. Не буду я тебя валить, не буду трогать. Так. Там снизу еще кто-то. Так. Ну, мудан тут пим-пим-пим-бим. Пири-бим, пим-би-бим. Так, кстати, вот. Ты как это было, да? Или нет? А, я все же собрал, на. Я все собрал, так. А щиты можно улучшить. На мечи можно бины улучшить. И дубины. Блин, лошадь, что она тут вообще сделает? Что я просил сюда идти? О. Так, блин, давайте волков завалим. Кендовары, будь здоров. А это кто там, кстати? Кендовар. Волки. Вот, туизит. Оп. Все, мана нету. Пока что. Еще раз. Блин, причем серебряные волки сильные гады. Сейчас побегаем немножко. Ну и чё? Блин, так бы нежить завалил бы спокойно. Ну. Ой, блин, ни хрена себе. Падлы такие вообще. Ну вот, сейчас завалим. Стоять. Давайте, помирайте. Один сдох, второй. Так, а второй что? Фейк. Второй вазада. Вот вазада. А этого, кстати, можно так добить, наверное. На тебе. Оп-оп-оп. Вазада. Let's have a look. Вазадал. А там кто такие? А, это молодые громы. Пят. Блин, маны нету нифига. Может это? Кстати говоря. А, блин. А, что выпить? Маны. Да и грохнуть этих ублюдков. Туизи, почти. Почти туизи, да? Ух ты. Ух ты. Лори. Лори, лори. Да, встали еще так классно вообще. Молодцы. Фибия, амфибия. Пиндовары. Всякую хрень несут, а? Вообще непонятно, что. Жуба какая-то, зуба. Я хочу второй уровень вот этой магии, она крутая. Но наносит дофига урона. Многим. Даже лучше, чем вот эта, блин, стрела. Надо усиливающее, наверное, купить, блин. Плюс вот эту юзать. Это вообще шикарно.
Хо-хо-хо. Еще левел видали. Просто на мобах. Тупо на мобах. Ой, блин. Тупо на мобах. Еще и голды поднимем. Да, да, урод сраный, а. Так, а что у тебя тут? Армейское копье, нифига себе. Прикольное, кстати. Урон колющим. Ну-ка. А как он вообще будет? Ой, ё-моё. Офигенное, кстати, копье. Охренеть. Это да. Это да. Что, есть тут повторки? Не особо ты и видно, что есть. Бивисы какие-то. Ой. У меня уже щит там прокачался, походу, на полную. Ну, давай. Топорик. Еще можно. Ай, там еще молодые громы. Ази коко. Призрак животного. Мысли. Что это такое? А? Ну-ка попробуем, кстати. Ух ты, блин, его только магией что ли можно завалить? Или что? Пол, да? Офигеть. Так, лошадка, жди там. Я скоро вернусь, наверное. Давара. Вон тут еще вроде валяется кто-то. Гром. Иди сюда. В рот, вылезай давай. Призрака нельзя, блин, ударить. Попьем, походу, колюще. И чё ты мне сделаешь, а? Что? Нате. Ах ты, блин, падла. Сейчас подождем еще немножко. Остановимся. Я тебе угрожать не буду. Блин, падла. Что до свидания. Тебе сделал. До свидания тебе сделал. Да, ночью, конечно, бегать тут тоже приколы всякие появляются. Ну, да еще призрак. Ой, а если мы туда подойдем, то мы сможем его зафигачить. Say hello to death. И все. Я же говорю, читерская игра какая-то, если магом играть. Щиты, щиты какие-то. Так, я, кстати, не понял, а что тут? Раз лошадь, два лошадь. Это, оказывается, не моя лошадь. Прикол. Прикол, да? Призрак грома. Гнома. Ну-ка, интересно, за них опыт вообще дают? 829. Да, дают. Супер. На них еще качаться можно. Изи причем. Изи. Так, у тебя еще продается огненная стрела, да? Давайте мы выкупим, наверное. Парочку. Так, и продаем тебе весь хлам. Это, все вот это. Огненный кулак.
Да, то же самое почти. По сути. Видите, уже 120 урон огнем. Вот маны всего лишь 60. Так, и давайте-ка мы сделаем так. Давайте вот так вот. Оп. А все, нельзя тебе. Ну пусть ядом бьет. Так, и здесь что у нас тут есть? Опа. Давайте силу еще. Силу и взлом замков. 20% уже отличного замка. Открытие отличного замка. И... В принципе, я уже неплохо так прокачался. Я, наверное, орков могу завалить тех, помните? Ледяных. Наверное. Ну, не знаю точно. Конечно, попробовать. Это вот нам в ту сторону, в ту степь. Блин, еще серебряные волки. Ой, кто тут? Кто тут у нас? Ой, блин. Да в смысле ты? Как меня ударил, а? Да идите вы в задницу. Волки серебряные, странные. Дайте мне левел. Ой, еще бегут. Еще бегут, блин. А. Уизи. Натя. Интересно. Интересно, блин. Не знаю, это, блин. Стрела вообще какая-то понтовая. Уже 5 раз ее вкачала. Хила не такая уж офигенная. А вот это прям, видите, жжет, не хило так. Магия сжигает просто. Живьем. Что, не нормально там, да? А, блин, отвалить-то у нас. Получено очко умений. Да что? Да что оно получено? Очко умений. Давайте на это. Let's see. Так, где у меня там этот коконик мой? Погнали к этим уродцам. Квест выполняется. И то мы, наверное, не успеем. В следующей серии, наверное, получится только. Так, ну туда. Давай. Ну уже, ну блин, ну. Что за тупизм? Ну и чё ты застряла, лошадь? Ну ё-моё. Как мне идти теперь? И вот сюда, да. Ти-ти-ти-ти-ти. Всё. Вылезла. Неужели? Неужели? Мудочка вот эта спокойненькая какая-то. Вот склеп наш любимейший. И любимейший. Вот, а тут у нас были разбойники, кстати говоря. Которых мы сейчас подожжем. Подожжем разбойникам задницы. Да? Ох, ни хрена себе, они там шмаляют. Стойте, стойте, стреляйте, я вам не мешаю, да? Стреляйте, говорю, блин, да не так же, ё-моё.
Ну, кстати, сильные падлы. Сильные падлы, блин. Ладно, давайте их попробуем завалить и закончим на этом серию. Все-таки реально попробуем нормально грохнуть. Привет. No weapon. No weapon. А, блин, сейчас снова стрелять будут уроды. Ах ты. Ага. Ну так вот сделаем просто. Да? Конюх мой. Ай, блин! Ну тут уроды. Сжигаем вам столько. Потом лучников завалим. Наверное. Или они нас завалят. А, блин, да кто там меня грохнул-то? Так хорошо все шло, блин. Офигенно просто. Надо было сохраниться. Ух ты, блин. Ух ты. А, блин. Вот уродцы. Не, может реально этих лучников как-нибудь завалить? В первую очередь. Кто? Вот это лучник. На тебе траву. Ай, блин! Да уроды! Отбивают с ног, падла. Блин. Сильные, сильные твари. И причем видите их сколько, блин. Целая толпа, блин. Looks like it's my lucky day. Оп, оп. Да блин, да вы достали меня уже. Блин. Так, надо их как-то привести, наверное, к тому месту, блин. Да я смогу отхиливаться хотя бы, не знаю. Тут же есть где-то святилище, небось, да? Какое-нибудь. Ух ты, блин, вот этот дамаг. Ух ты. Ё-моё. А-а-а. Иди сюда. Подходи сюда, к склепу. К склепу я тебя встречу. Ну, одного сейчас завалим. Все. Это конец, да. Это конец, the end. Ну-ка, чё у тебя тут интересного? Let's have a look. Ох, ни хрена себе. Вот это шмотки тут. Голый чувак. Ну чё, там есть ещё уродцы эти? Или они свалили? Ну да, вроде он кто-то. На страже. Этот лучник стоит на страже, мы его сейчас убьем. Уизи. Успеешь, не успеешь, падла. Блин, да достали вы меня уже своими стрелами этим. Самострелами. А, блин. Да они в меня там стрелы запускают. Охренеть можно. Да ёлки зеленые, орки, то есть. А, блин.
Давайте, подходите все. Да сюда, сюда, сюда все. Сюда. Со мной. Вперед. Хлеб зовет. Быстрое сохранение. Ух ты, блин. Куда вы уходите, а? Эй, стоять, куда ты пошел? Куда? Ты куда идешь, блин, урод, а? Что я сказал тебе? Кому сказано, блин? Блин, приходится вот такой хренью заниматься, а? Потухли. Затухли. Блин, сколько тут всего? Ух ты! Так, пауберг огонь. Там какие-то. Выносливость. Ух ты, ё-моё! Охренеть. Шлем какой-то. Сапожки, земля, перемена, сила. Гордость Троглина. Кстати, неплохая гордость Троглина. Кожаные сапоги, перемена. Даже не знаю. Перемену возьмем. Ой, галышами теперь галыши. Малыши-галыши. Так. Ну что там еще лучники были, да? Сейчас мы их добьем. И... на этом закончим серию. А мы их добьем. А мы-то их добьем. А мне плевать, охота на вас. Ух ты, блин. Стой, урод. Куда побежал? Натя. Блин, да стой, падла, блин. Куда бежишь, а? Без спроса. Куда бежишь? Натя. Ох ты, блин. Нет, это сейчас помрет. Остался один. Разбойник. Один остался. Значит, сердце там колотит, вообще жесть. Да блин. Я тебя сейчас завалю, урода. Нация. Вот и левел мой. Долгожданный. That's interesting. Я понимаю, что интерестинг. Ух, прям вообще интерестинг. Взлом, кстати. Прикол. Офигеть, сколько тут шмоток всяких разных. Нехилых. Так, что еще есть у вас? Так, тут какой замок? Примитивный. Примитивный мы уже открываем. Магнезий есть? Соль. Уж магнезий нужен какой-то. Так, колечко, колечко, колечко. А так. Ани Шпингель. А это не тот.
Ты не тот. Как у тебя что? Ну ладно, давайте мы, наверное, на этом закончим серию. Так, сейчас прокачаем тут. Давайте ману. ХП надо еще, кстати. Давайте на ХП. Вот, и на этом мы серию, короче, заканчиваем. Вот. Всем удачи, всем пока. Подписываемся на канал, ставим лайки. И оттуда не болейте. Всем пока.